тех событий, которые у нас происходили, можно отметить следующее. То там технические работы, они идут своим чередом, плановые. Что нового в наших работах? А новое это связано с тем, что мы начали, или не начали, а активно уже вошли в фазу работы по организации строительства, по оформлению документов с подрядчиком, с техническим контролем, с формированием служб необходимых и так далее. Эта работа, поверьте, достаточно серьезная и не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Потому что, ну, есть поговорка, что нам стоит дом построить, нарисуем. На самом деле, не все так. Так, ну, тут сразу же вопросы пошли по займу и так далее. Значит, ну, это как раз имеет отношение и к тому, о чем я сейчас говорю. Мы с вами говорили, и на самом начале оговорилось то, что после получения статуса резидента особой экономической зоны при вхождении в этап строительства мы проведем небольшую реорганизацию в составе учредителей компании СОВ «Элмаш», и будет переуступка долей, в частности 50% будет уступлено компании Solar Group непосредственно. Но это будет тогда, когда мы уже получим статус и выполним все основные мероприятия для того, чтобы не усложнять процедуру, организационную процедуру подписания документов и бумаг. И когда основные эти моменты сделаны, когда будет достаточно времени для того, чтобы можно было всю эту реорганизацию сделать, не нарушив график работ, не сорвал его и не затормозил, ну тогда эти работы будут выполнены. Так что на сегодняшний день, можно говорить, что мы подошли к определенному рубежу. Ну что, друзья, компания Дуйнова, все здорово, все отлично. Кто видел предыдущее видео, тот, наверное, порадовался вместе со мной, потому что мы стали уже официально резидентами особой экономической зоны Алабушева. Это еще, вот это, по-моему, один из самых главных рубежей, который пройден. И все это сделано усилиями простых людей, нас с вами, инвесторов. Ну, если народ захочет, уже как та волна цунами не остановить. Ну и здорово, теперь можем праздновать очередную победу. Так, друзья, и смотрите, осталось 7 дней до смены этапа, до перехода на 9-й этап. 8-й этап мы пропускаем, так как цели, которые были поставлены на 7-й и 8-й этапе развития компании, все достигнуты. Так, вот итоги недели я вам поставил. Вот зайдите, посмотрите. Проект Дуйнова официально стал резидентом особой экономической зоны Технополис Москва. Событие, конечно, супер. У каждого в кабинете вы найдете сделать подарок. И можете сделать подарок своим друзьям, знакомым. Но они должны пройти верификацию. Помогите им в этом, кто не знает. Если есть вопросы, звоните. Вот прямо с сайта можете в колл-центр позвонить. Либо отписать техподдержку. Если кто-то желает получить от меня подарок акции, пожалуйста, обращайтесь. Я не против. Все мои данные под видео, связывайтесь со мной, я вам вышлю. Потому что своих знакомых, кто хотел, я уже всем подарил подарки. И люди начинают инвестировать. Теперь уже я не знаю, какие еще могут быть сомнения в проекте.
Потому что, ну, чтобы пройти и подписать, и стать резидентом особой экономической зоны, ребята, там проект трясли. Сверху донизу все комиссии, все, кому не лень. И везде мы прошли достойно. Поэтому сомнений в компании уже никаких нет. Вот я смотрю, начало месяца, месяц, середина месяца, и, ребята, опять у вас просрочки. Будьте внимательны. Я, помните, я вам что говорил, что самые вкусные плюшки в конце вашего пакета. Понятно, что эти проплаченные доли с вами останутся. Вот народу прибывает уже 70 человек. Виталий приглашает, зарабатывает. И уже сейчас зарабатывать можно. Пожалуйста, почитайте маркетинг-план. Приглашайте людей, вам компания, вместо того, чтобы деньги тратить на рекламу, она эти деньги отдает людям. Партнерские вознаграждения здесь присутствуют. Так что вы можете не только ждать будущего, когда будете получать шикарные дивиденды с этих акций, которые приобрели, пока еще долевых участий, но и уже сейчас зарабатывать. А, ребята, компания дорожает с каждым днем, с каждым своим достижением. Компания становится дороже, поэтому та цена акций, чтобы стать соучредителем компании, совладельцем, ребята, вам нужно приобрести вот такие вот пакеты. Смотрите, сейчас будет дисконт сильно занижен, то есть цена возрастет, и за это количество денег вы уже не сможете приобрести такое количество акций. По сути, за номинал 1 доллар США. По сути, вы сейчас за 500 долларов приобретаете вот такое количество акций, если берете в рассрочку. Понимаете? 500 долларов и 157 тысяч 500 долларов. Есть разница? Есть. Это не шутки. Просто многие у нас в России еще не знают, понимаете, что такое краудинвестинг. На Западе это вполне распространенное предприятие. Там без проблем. Люди там уже с самого молодого возраста начинают заботиться о своем будущем, о своей пенсии. У нас все это выглядит иначе. У нас не хотят, чтобы люди были богатыми. Так, начисленные доли, мои рассрочки. Я проплачиваю все заранее, и у меня вот следующий платеж аж только через 35 дней. Поэтому я делаю так, чтобы не заморачиваться, случайно не забыть, потому что, ну, бывают всякие дела, бывают семейные обстоятельства, бывает на работе запаривается кто-то, и бывает просто из головы вылетело, да, день вылетел из головы. Ребята, допускается просрочка до 20 дней. И в любом случае вы должны сообщить об этом в компанию сотрудниками. Позвоните, пообщайтесь, вам всегда пойдут навстречу, ребята. Это не шутки, это ваши реально крутые бабки. Очень крутые. Вспомните компании, уже они на слуху, раньше о них мало кто знал, да? Сейчас это та же компания Apple. Кто о ней раньше знал? Да никто. В сарае начиналось, ребят. Три друга собрались, да, и сделали. Один потом ушел, продал свою долю за 800 долларов. Сейчас эта доля стоит несколько сотен тысяч миллионов долларов. Я не шучу. Так, раздел банкинг здесь пополняете. Пополняете сумму, пожалуйста. Для новичков сначала, когда зарегистрируетесь, пройдите вот здесь наверху в правом верхнем углу раздел «Профиль». Заходите, проходите верификацию. Если вы желаете приглашать людей или по вашей ссылке кто-то пригласится, обязательно подпишите партнерское соглашение в разделе «Маркетинг». По-моему, там или здесь, я не помню. Увидите, у меня оно давно подписано. Ну и вводите сумму, здесь откроется куча платежных систем, вам надо ввести. Там Advanced Cash, Яндекс.Мани, там еще что-то всякие, MasterCard, пожалуйста. Раздел новости. Чтобы понимать, во что вы вкладываете деньги, перейдите в раздел новости, почитайте, пожалуйста. Многие путают инжиниринговый центр
Вот, кстати, обращайтесь, найдите меня, кто хочет, вышлю вам в подарок 100 акций. Неплохой старт. Кто знает, сколько в будущем будет стоить одна акция, ребят? А если одна акция вырастет в ближайшие 5 лет до 50 долларов? Ну вот посчитайте. Так, потом, что еще? Значит, да, пройдите, посмотрите, познакомьтесь с этой компанией, потому что многие принимают, что мы строим завод, думают. Ребят, мы не будем строить завод. Это инженерная компания, которая занимается развитием технологий в направлении электродвигателей асинхронных. Вот приходят, допустим, какой-нибудь крупный производитель или там обмотчик, мастерская, которая занимается ремонтом электродвигателей. Вот они приходят, мастерская покупает лицензию. Люди, и таких уже обмотчиков много по России. Почему не удается задавить людей? Вот эту технологию, почему наш проект не удается задавить? Проморгали конкуренты. Уже этим занимается пол России. Ну, не пол России, это я же, конечно, преувеличил. Но есть лицензионные обмотчики, которые давно работают и зарабатывают на этом хорошие деньги. И люди к ним обращаются, кому нужно перемотать двигатель, и экономят очень тоже большие деньги. Потому что время работы двигателя увеличивается, его жизнь, а количество энергии экономится очень серьезно. То есть люди на этом тоже делают копейку. И вот, допустим, крупный производитель пришел в инжиниринговый центр сюда, к нам, в нашу компанию, и говорит Дуйнову: я хочу выпускать такой-то двигатель. Вот чем будет заниматься компания? Компания берет заказ от А до Я, подготавливает все документы, чертежи, разрабатывает под заказчика продукт, делает опытную партию образцов, чтобы человек убедился, да, заказчик убедился, что все это работает, что не кота в мешке покупает. И вот уже вот этот комплекс работ, он продается заказчику на определенных условиях. То есть, вот с чего мы будем зарабатывать с вами дивиденды на акции? Заказчик оплачивает либо сразу разовую работу, разовый платеж делает. А такие разработки стоят минимум от 50 миллионов долларов. Самые маленькие такие, блин, какие-то незначительные разработки. До сотен тысяч миллионов долларов, ребят. Либо заказчик оплачивает с каждого выпущенного продукта. Вот так вот. Если это завод и машина, значит, с каждой машины оплачивает. Либо сразу оплачивает. Ну вот, например, одна компания BMW, по-моему, да, говорили здесь, заказывала модернизацию, и это обошлось в 300 миллионов долларов. Ну вот, ребят, то есть думайте сами, решайте сами. Так, это круто, конечно. Я вообще прямо, блин, скакал до потолка, когда увидел новость. Вышла она ночью, я не спал как раз. Соседи люстра, наверное, шаталась. Ладно, ну что еще вам рассказать? Вот здесь слева функционал, да, кабинета. Главная страница, раздел новости. Можете посмотреть, есть в записях. Инвестировать раздел. Выбираете пакет для инвестирования в рассрочку. Кстати, ребята, очень важно. Скорее всего, уже давно об этом говорится. Хотели до Нового года, но пробили. Скорее всего, больше увеличить свой пакет вы не сможете. Есть функция увеличить пакет. Вот смотрите. Допустим, кто со мной зашел на ранних этапах, я заходил на четвертом этапе. Время летит, мама, не горюй. Вот уже девятый на носу, да? Вот смотрите. В раздел «Мои рассрочки». Если вы приобрели рассрочки, зашли на пятом этапе или там на каком? На седьмом этапе, да, вот сейчас седьмой идет, то вы сейчас можете по этой цене увеличить свой пакет. Кто зашел на пятом, на четвертом вместе со мной, у вас вот здесь нажимаете, вот здесь нажали вот так кнопочку, и вы можете увеличить свой пакет по цене четвертого этапа. Кто зашел на позже, значит, по той цене, на которой
по которой вы заходили. Вот смотрите, у меня до сих пор стоит этап четвертый. Я могу увеличить свой пакет по ценам четвертого этапа. Видите, какое количество акций. Это пакет на $5000. Ну, я не жадный. Надо, не надо никогда с головой бросаться в омут. Делайте так, чтобы вот для меня не болезненно $120 каждый месяц выплачивать. Поэтому я взял пакет, сначала присматривался, взял там $500. Прошли определенные события, я взял, увеличил до $2000. Ну и вот перед не так давно, тоже после определенных событий, я увеличил свой пакет до $3000. И сейчас об этом не жалею. Как видите, регистрация все в особой экономической зоне пройдено. То есть вот эту функцию, скорее всего, уберут, ребята. И тогда вы будете приобретать акции по тем ценам, инвестиции делать только по которым, значит, которые будут здесь представлены. Так, вот на сегодняшний день так. Можете взять, вот пусть вас сумма $500 не пугает. Ребята, $50 любой нормальный человек вполне может осилить, ребят. Потом это будет, знаете, вот представьте, да, человек работает там, ну, грузчиком там, и, ну, мало ли, всякое в жизни бывает. Проходит время, да, и вдруг этот грузчик становится, едет на белом Мерседесе. Вот нормально, нормально. Или базу эту грузовую берет и все выкупает. Вообще супер. Ну, здесь вот пакеты разные, цены разные, условия разные. Видите, 20 месяцев, 10 месяцев. Тоже вот эти долгосроки, 25 месяцев, 30 месяцев, их будут убирать, друзья. Потому что проект рассчитан на 3 года. Сейчас уже полтора года позади, можно сказать. Почти. Так что вот эти долгосроки будут убраны. Ну, конечно, те, кто успеет, об этом было заявлено, кто сейчас оформит вот эти вот рассрочки, компания будет всех ждать. То есть, все делается для людей. Дуйнов об этом не раз говорил, поэтому обязательно всех платежей дождутся. Понимаете, друзья? Поэтому смотрите внимательно. То есть, вот эти платежи вы можете выбирать, как вам удобно. Я говорю, я всегда советую, никогда не напрягайтесь. Учитесь инвестировать с комфортом, жить с комфортом, чтобы вас не напрягало вот это, чтобы это не входило в вашу обязанность, понимаете, которая будет висеть над вами, как дамоклов меч. Нет, надо все делать с умом. Ну, понятно, что у всех и цели, и кошельки разные, поэтому выбирайте. Так, ну, банкинг рассказал, раздел партнерам. Здесь вы найдете свою партнерскую ссылку для приглашения. Вот, видите, раздел «Сделать подарок могу кому-то», но я уже говорю, обращайтесь. Маркетинг-план. Маркетинг-план, что это такое? Вот, видите, если вы приглашаете людей, вот у меня, я видел, там кто-то из инвесторов стал уже статус специалиста получил. То есть он пригласил человека в компанию, человек проинвестировал, компания ему выплачивает, не человек, а компания ему выплачивает вот эти вот проценты за пригласителя, за приглашенного точнее. Вот у меня статус мастера. Видите, вплоть до 6 уровня я могу получать такие вот проценты, потому что мы выполняем работу. Вся реклама ушла в интернет, сейчас нет смысла вывешивать баннеры на улицах. Ну, за исключением, наверное, огромных видеомониторов размером там, я не знаю, в пол дома. Но это могут позволить далеко не все компании себе. То есть реклама ушла в интернет. И партнерские приглашения, партнерские ссылки – это обычная практика. Этим занимаются не только мелкие, но и все крупные компании. Ребята, потому что это сейчас все здесь, в интернете. А партнерский переход, партнерская ссылка, это своего рода даже защита от фишингового сайта. Чтобы вы не попали на зеркальный сайт, делаются специальные сайты мошенниками, один в один почти похожие. Там маленькая мелочь может чем-то отличаться.
что вы сразу не отличите. И переходя по партнерской ссылке, вы себя от, этим защищ... от этого защищаете. Понимаете, друзья? Поэтому вот если вы решили, то лучше мой вам совет. Не проявляйте самостоятельность. Я не призываю по моей регистрироваться. Ради бога. Чья понравится, по той ссылке регистрируйтесь, заходите в компанию. Теперь раздел обучения, вот как раз тех, кто приглашает людей, хочет уже сейчас приглашать и зарабатывать людей, да и просто приглашайте своих друзей, знакомых, родственников, делайте их богатыми людьми в будущем. Вот. То можете пройти раздел обучения бесплатно. Перевод средств – это функция, вот, допустим, я получил деньги на счет от компании за свою работу, да? И у меня, допустим, партнерский счет. Вот видите, у меня $11. Вот что я делаю? Ну, не хочу я выводить деньги. А вывод тут 50, кстати. Но я не буду копить и выводить деньги. Я инвестирую в компанию. У меня хватает денег на жизнь, поверьте. Поэтому я что делаю? Вот так вот. Я прописываю сюда 11. Нажимаю. Я согласен и нажимаю перевести. Все, перевод успешно выполнен. Вот деньги перешли ко мне на основной счет, потому что именно с основного счета я могу проплачивать свои рассрочки и приобретать пакеты акций, доли в компании. С партнерского счета вы можете только вывести их себе на кошелек. Вот так. Для того, чтобы воспользоваться вот этими деньгами, если вы не желаете выводить, вы можете так же, как и я, перевести на основной счет и проплатить свою рассрочку. Пожалуйста. Так, что еще здесь? Реферальные ссылки. Вот здесь найдете свои партнерские ссылки. Структура клиентов. Давайте посмотрим, что здесь есть. Сейчас я вам покажу. Вот здесь... А у вас отображаются все ваши приглашенные. Друзья, ау, просыпайтесь. Потеряете вкуснятину. Так. Здесь у вас все отображается, да? То есть партнеры. Можете позвонить, созвониться, узнать, что, по какой причине. Может, человек забыл, почему он не инвестирует. Не знаю, сейчас, по-моему, уже грех тормозить. Сейчас надо вкладывать деньги, чтобы потом жить в шоколаде. Так. И вот раздел «Статистика». Он вам показывает вашу личную статистику. Можете здесь посмотреть все это дело. Вот. На сегодняшний день, видите, у меня какие результаты. Вот. В первой линии 59 человек. Всего в структуре 148 человек. Ну, понятно, инвестируют не все. Но какие мы молодцы, ребята. Мы с вами уже... по факту внесли в компанию $7540. Кому-то скажет, покажется малым, да, ребят, но мы простые люди, мы инвестируем посильно. Вот у нас и спасибо Дуйнову, что такая возможность есть. Потому что ему предлагали выкупить эту компанию, понимаете, из-за границы и там, и еще. Но человек такой, патриот своего дела, сказал, нет, я хочу дать возможность простым людям. Потому что к нему побежали уже тогда, когда компания сделала шаги, определенных результатов достигла. Тогда прибежали все эти деньги с кошельками. Когда он ходил, просил, все от него отмахивались. И поэтому, друзья, вот такие вот дела. Ну вот всего у нас на сегодняшний день такая ожидается. Ну вот здесь ваша статистика, пожалуйста. И график, что особенно приятно. Смотрите, люди, даже у меня партнеры, Чехия, Узбекистан, Киргизстан, Украина, Перу, Молдова, Азербайджан, Россия, Германия, Литва, Казахстан, Беларусь, Латвия, Болгария. Видите, как классно, ребята. Здесь можете посмотреть вашу географию. Конечно, меня это радует, что люди простые со всего мира участвуют в этом проекте. А проект уже звенит. Уже звенит. Конечно, будет не поздно инвестировать и
на 15 этапе и на последнем этапе. Но знаете, друзья, количество акций разнится. Я думаю, что если нет возможности сейчас инвестировать, ну что ж, ждите. Но я думаю, что потом вы такого количества акций не приобретете. Вот у меня 3000 акций пакет. Давайте я вам покажу. Пакет на $3000. Вот по ценам 4 этапа. Видите, у меня 1 590 000 долей. Давайте посмотрим на сегодняшний день. Вот сейчас 7 этап. Сейчас будет 9. Не забывайте. Вот ищем $3000. Пожалуйста. 25 месяцев. 1 224 000. На 250 000 практически меньше. Это серьезные вещи. 250 000. Разница. Вот. Пакет $500. 157 000. Вот, пожалуйста, пакет $750. Вы понимаете, я уже в плюсе вот на эту сумму по своим инвестициям иду. Тут математика простая. Ну, в общем, что хочу сказать. Ребята, всех поздравляю, кто инвестирует вместе со мной. Это радостное событие для всех нас. Для компании тоже это радостное событие. Мы молодцы, мы идем вперед. Мы зарабатываем, мы думаем о себе, мы не хотим считать мелочь по карманам. Да это нормально, богатым быть это нормально. Потому что чести в бедности никакой нет, ребят, поверьте. Все, друзья, всем удачи, хорошего настроения. Надеюсь, оно у вас улучшилось в связи с последними новостями. И до следующих публикаций.